Что такое? Чё я народ не вижу? В четвертой группе 5 человек, у меня написано 1. Нормально. Спасибо. Да, то все это сила. Тупо триню вчера выбил, не вспомнил. Долго сейчас сидели один хер. Бывало у вас такое, что вот много игр, в которые пошпилить надо, и времени нету нихуя? Нет. Да сегодня обновление вышло Гнев Друидов на Вальгалу. Не, у меня бывает, я могу переключиться на какую-то игрушку. Но, как правило, это не онлайн, которая просто, блин, серии прошел, там, да. Не знаю, за неделю, за две, и все. И вот Assassin's Creed ты играла, Вальгала? Круто. Я вне онлайн, наверное, в последнюю играла, это, наверное... Блин, Ведьмака. Хорош, Ведьмак топ. Вот. И то я его до конца не прошла. А зря. А у меня это самое. У меня компьютер слабенький был. И, короче, у меня знакомый уезжал в этот, командировку, забирал мой ноутбук слабенький, а мне компьютер свой привозил. Вот. И я у него на компьютере играла. На этом, на его аккаунте. Он приехал, забрал. Надо у него аккаунт взять. Сказала бы, махнусь, не глядя на ноут. Да доиграть. А он сейчас все равно в командировке опять. Ну, я просто тогда боюсь, что я пропаду из Вова. Меня тогда Ведьмак сильно затянул. Угу. Идем в чумной. Рыбы не было еще. 18 человек здесь. У нас все в гильдии или нет?
Можно Гаргулю, пожалуйста, фея держать? Товарищ паладина. Спасибо. Танк свернул. Работа была. Ребята, тыкните шкаф. Не убегай, не убегай. Не убегай, подожди, Дани, не убегай. Симон пришел? Да, да, да. Все, все. Снимите спирт с ним. Ебать, пиздец. Двух фире одну не бьете. Черепок убили, остальные фире. Аура коня у кого? Что-нибудь пополезнее воткните там. Да, у меня выходной. Я сегодня танчу. Пока его танка я, потом буду ДД. Филдкаст. Маги, дайте столик, пожалуйста. Перед боссом, да. Кто добрал последнее тело? Можно. После рейда инвайтим. У меня вопрос к товарищам ассистентам. Кто последнее тело добрал в рейд? Зачем? Если это драгдилер, то я, но он был не последний. В смысле не последний? Там было одно место, я сказал никого не добирать. Я не слышала. А потому что надо сидеть. У меня работа. Мне спрашивать будет еще надо. Что надо? Спрашивать надо, нужно тело или нет. Извините. Да кикнуть он еще не в инсте. КД не повесил, ничего. И сейва нет, ну так что ничего страшного. Не, если у него есть, там проспект, если он встретим танком оттанчит, там коней, там... То не вопрос.
Ну, откуда бы... Да, да. Нет. Смотрите, я, если что, могу уступить место. Так и я могу. Ты сиди. Чё это? Локов обе много. Сидите, куда я без вас, вы чё? Локов много, как обычно. А это сейчас кто сказал? Поставьте рыбку. У меня рыбки 3 штуки. Если кто-то даст, я буду ставить, либо пусть кто-то другой себе ставит. Давай тебе там ставь. И стол. Жрём рыбку, фул ребаф на ту сторону перебежали. А можно это бафа, да? Честный брейкер. Чё, того будете шамана кикать, не? Нет, не будем никого кикнуть. Я сейчас подожду мидбрейкера, если он через 30 секунд не зайдет, я кикну мидбрейкера. А драк дилер на острове. Ребята, у кого дикая магия есть? Дивга бы. Возьмем. Я на нее голды не хватило. Немного так. Я только быстроту купил. Ставь баф, сумонте драгдилера. Так, что тебе дать? Дикой магии. Давайте дам масло, подожди. Поделишься потом с кем-нибудь. Хорошо. Голб только да. Нету. Кому еще что дать? Джиса, дайте мне просто все. У Джиса КД час. Ну давай посмотрим. Да у Лёли есть, если. Джис, если что, у меня еще есть. Ладно, я тогда первый поставлю, ты потом. Угу. На ту сторону перебежал. Чини здесь. От колба не продается, сука. А тебе какая? Ладно, босс не согласен. Укрепленная. А, блин, я не на том перце. Дрянь, сидишь на боссе. Дэги, трэшку таскаешь. Так, а что мы присумонили? А, ага, нет, да? Ставлю шкаф. А, ну, кстати, вы слетайте кому-нибудь. Суманешь? Да. Это одни паладины. Маги стол не поставили, да? Поставили. У кого там пылесос? Может замутим? По-моему, Виннерс. Нихуя, типы. Это пуги такие, фасочек просят. А, нет, это не пук. Я подумал, пук. Шел сумон? Да-да-да, сейчас. Там там надо что-нибудь? Тебе, Алексей. Значит, надо, я все возьму. Так. Все, кто в Дискорде, жмете «нет». Возвалд. Может, еще кто-то был не заметил. Нет, ждем.
Это все? Ну, блядь, я колбу не взял. Да уж. Кастанев здесь есть еще, говорит, мы скрипнул. Это надо еще? Да не, пока не надо. Ну. О, спасибо. Вестром, так какой сегодня? На льду. Утюг. Не, ну у некоторых, может, реально старый комп есть. Прям, ну, пусть... Телефон. У меня кнопочный телефон. Блин, зато его заряжать можно раз в неделю. Да, я раз в месяц заряжаю. Да, у меня тоже такое есть. Нормально. Ну ладно, пока заходят все, блядь, дискорды, хуёрки, здесь нахер они. Всё, поехали. Дрение на... Стой, вроде. Дрение на... Госе. Дэйни. На Дрэше. Вар, в чём проблема? Хелкэтс. Фул, либо брать, либо пора, это ёбаный стык. Где мои 7000 апа? Не вижу. Теперь вижу. Все, поехали, забирай. Куда все побежали? ГДшники. ГДшник надо отступить. Пришли. Может, босса Трэш залил. На пол надо идти. Лови, босс. На пол, на дрянь.
На пол на деке драж залили. Все, пошли дальше, дальше. Монстри. Если мы никому не надо, дорогу на сову. Магу приору. Получи ткань. По двум первым роллам отдаю. Я
Зачем мы пришли сюда? Аня, умирать. Алёха, Андрюха там не пришел? У меня минут сейчас 15 будет. У нас минус деги. Может быть временно, может быть постоянно. Я знаю, мне отписался. Оля, стол поставил, сейчас опять не успеешь взять. Не, я уже взяла, спасибо. Я тоже зачем-то взяла. А я в прошлый раз, видимо, не увидела. Все разобрали. Рыбку. Давайте рыбку поставим. Сейчас. Давайте. Рыба. Кто так никто ж не умирал. Зачем? Сова умирала и, по-моему, друид умирал. Или нет? Сова и друид. Где? На ноте? Угу. Кулака не вижу на хантах. Видите, по-моему. ОБД все в белые метки, милик в красные метки. Поставишь вот так, чтобы он с платформы свисал. Вот, чтобы на платформу вообще не заходил. Анон, сдам, когда перебегать. Геро спала? Поставит, когда дашь Геро. Тотемы, ощущения, звездочки будут стоять, не беспокойся. Все, танк забирай, все ледахи белыми. На пол на дрение дали, прохил дали им сразу. Дали Геру. Милики, поднимитесь, вы, блядь, встаньте в красную метку, вас там бить не будет. Минус один поставчик. Красные все прибежали. Все туда в красный мед. Бля! Охуенно. Бля, дай паста. Все, спустились все, блядь. Чего вы там стоите? Побежали. Может, лучше сначала? Побежали. 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 Ебать, я вот сейчас я смотрю на этой стороны просто, ебать, я охуеваю. Ложитесь. Человек оставил,
Нормально. Я охуенно к боссу подбежал. Ты что, Венху, да? Да. Давай. А ты что-то зашел, у меня 1500 пинг на Элиме. Не играется. В смысле, у тебя 1500 пинг? Ну, у меня только что было 1500 пинга. Ну, это сейчас, пока... А, блядь, а ресерв будет еще, ебаный стык. Сейчас по 30 минут вообще все упадет. 30 минут и, блядь, будем полтора часа ждать. Пока, блядь, надо. Да, ну, пойдем, пойдем пока. Блядь, ну чего так неаккуратно бегать? Там колбу надо, слышишь, Ром? Укреплено? Заберите, заберите два и... Нет, паря. Сейчас еще одного и отведет. Побежали, побежали ко всем. Да не надо, я в обезьяне ставил, потому что 3400 очков будет. Сейчас Анютка мимо пробежала. Его. Трупика. Его. Отлично. Ребята, ждем. Ребята, готовьтесь принимать. Зачем вы его? Я его веду по всем. Ань, ты не танк. Ты хил. Я ДД. Ты ДД? Ну да. Ры ДД. Это эти хилы? Нет. Хилы я. Кстати, а где анонс был по поводу печенек-то 8? Я вообще... Про печенье вообще первый раз слышу. У них висит это. В новостях вот висит. Список изменений. Да ничего так. Там не висит. Список изменений сегодня 17.52. В игровом мире Алгон X4 в вендоре в ассортименте появится экипировка 226 уровня. Только слова сегодня там нету. Сегодня в 17.52 написано это было. Я знаю, что там было написано, но в сообщении слова сегодня нету. Имелось в виду, что сегодняшнем обновлении, которое 21.00. Так, ну, сумон, пожалуйста, хочу сумон. Сейчас шкаф поставлю. Ставлю шкаф, тыкайте. Просто когда ты произносишь это в контексте, это слово сегодня лишнее. Я просто сейчас у Райза спрашиваю, типа, что там по печенькам, по нонсету. Он говорит, я пока говорит, не в курсе, какой нонсет будет и какие печеньки будут. Возможно, там вообще только две печеньки будут. Просто, просто у меня прилетела инфа сейчас, я когда зашел, мне сказали сразу то, что фулл печеньки выйдет. Ставлю рыбу. Я просто не знаю, откуда вы эту информацию берете. Ну, я тоже думаю, типа, есть печеньки вообще или нет. Мне в чате кто-то написал, что вот. Ну я вот прям сейчас вот в реальном времени общаюсь с Райзо. Он говорит, он вообще говорит, не в курсе. Он говорит, обещали то, что введут нонсет. Нонсет введут. Окей. А по поводу печенек, мне говорит, ничего, говорит, никто еще ничего не говорил. То есть это 50 на 50. Может будет, может не будет. Ну блин, если бы было, я думаю, Райз бы об этом точно знал. Сейчас где еще?
А, слоты, подожди. Поставьте рыбку. Стоит. Пацечка будет по локам? Дайте вы, блядь, уже фул ребаб. Ну чё, блядь, ну пришли, риснулись, дали фул ребаб. А милишники же могут с танком стоять, да? Конечно. Вы стоите там, вы стоите на платформе, на фул ранже. Его. Вы прям стоите на платформе так, чтобы, блядь, не спускаться с нее. Прямо на уголочке. Паладины, дайте, блядь, по престам ребаф. Вы знаете, у меня все есть каска. И, у меня уже даже кулак есть. Норку бобра присуманили. Я уже готова идти в рукопашку. Ну как идти, лежать? Аня. Да-да. Всё, Дань, забирай, погнали. Шаман так взлопнулся. А. Ладно. А вы что, угораете? Я могу встать. Или постоянно стоят на платформе, чего так херячат всех? Перебежали в красную. Спустили в звездочку. Диспейл быстро есть. Алло, убежали. Блять, это я просто, блять, сейчас смотрю на эту хуйню, ебать, просто охуеваю. Вы, блять, не можете по меткам пробежать. Я в метке умер. Мы сейчас сдохли в метке. Посмотри на островок.
Что с диспелом было? Почему у нас люди, блядь, попадали еще стоя в метке? Я так понимаю, ложиться можно, да? Конечно. А что вы говорите, в метке умираете, да? Я ни одного трупа в метке не вижу, почему-то. Ну, около зелененький. Ну вот, на зелененькой я вижу то, что не добежали до метки. Вот вижу, так. Тут нет слов просто. А всегда, ну так били, что вот его на угол ставят, чтобы стоять. Всегда так будет? Не, милики, можете бегать по каждую волну. РДД будет стоять на платформе, а милики все будут бегать. Типа танк будет водить, да, тоже? Да. Так лучше, потому что видно босса, видно, когда он будет телепортироваться, РДДшникам проще сообразить, когда уже. В смысле? Я и так анонс даю, когда телепортируются. Да так удобнее, так в углу стоишь, в этом камеры хуёвая, не видно нихуя. Чё, дрянь, тебе я не сомневаюсь, ты побегаешь. У нас за босса-то не надо бить, народ умирает бегать. Не надо, давайте как делали. Не, почему? Останешься ты, и куча миликов валяются рядом с тобой в каждой зоне. И РДД, которые стояли просто на платформе. А метки всегда так ставили? Да. Если разрешите, могу корректировочку внести метки. Можно, можно звездочку чуть ближе поставить, а трусики чуть подальше. Но там вообще без разницы, там просто зона. Ну, люди, они как бы, знаешь, такими категориями не мыслят. Они в метку встали и все. Дживс. Че, все поломались настолько, что уже дживс нужен? Нет. Чинили же. Ломобот стоял перед полом. Ну, засуммоним. Ну, расстояние реально небольшое между метками. В каждой метке сейф-зона. В каждой. Типа, блядь. Да вы не добежали в метку, потому что вы чуть-чуть поздно начали двигаться. Так у вас глаз нет увеличено? Или как вообще? Волну увидели, побежали. И двигаться позже. И если они в метке стояли, они из-за того, что метка дальше была, не успели. То есть там времени не хватает. Ну, если слаковых людей не хватает, а так более-менее должно быть. А ты поставьте. Сейчас ставлю. Около шкафа поставлю. А то у вас там все много. Да, а там самый умный, который говорили про слакеров. Может быть, Слав тоже по диспелям болезни, а? Чтобы чего? Быстрее остальные бегать начинали. Так там же шаманы миликом ставят АТ. И чё, остальных диспелить не надо? Да вроде нет. Ну, кстати, серьёзно? В телепате нету шамана. Он из четвертой перекинуть туда, и милика будет диспелить нормально. Марка побрал, у тебя 5 диспелов, и мне 15, я теленканула. Тут же вон хэпалы есть, два эрдру. Кидают ходки, а хэпалы диспелят. Подиспелить, чтобы это было быстрее, или тебе сложно? Сложно, не вопрос. Ребят, крейзик зашел. Давай с крейзик. Что, брать его?
Да. Сумончим. А вот он. Антихрист, смотришь? Но он уже здесь. Ребятки, рыбку кушайте, пока не пропало. Привет всем. Привет. О, молчат еще. А думаем над своим поведением. Одного босса только убили, что ли? Ёлки-палки. Так, а рыба же у Деги, да, была вся? У меня есть рыба. Есть? Давай обмен мне, да. У меня есть рыба. Иди ко мне. Опачки. На. Блин, ну давай, ладно. Потом что тебе? Банк закину обратно. Ну? Я смотрю, вы тут не раз уже вайпнулись, да? А, по костям судишь? Ну да. Не вижу рибаф, фулл рибаф, дайте по рейду. Это касается особенно товарищей паладинов. Поставьте вы себе уже поле пауэр. Скажи что-нибудь еще, братан. Я не услышал. Кулак по хантам дайте. Пиралу плиз в кулак. Китику. Котику. Китику. Я до сих пор не вижу кулака на хантах. Есть кулак на тебя, есть. На мне нету. Я буду плакать. Ой, я готов, случайно. Что дрянь забирай. Под ладевчинку. Я вижу вас. Дайте кинчик там кистерии, дайте до десятка добила. Бежали в красный. Спустили звездочку. Смотрим. Побежали. Заебись.
Все, поставил СВД на свое место, где надо. Побежал красный. Спустились. Ждем. Бежать. На место встали. Павших подняли, пошли тогда чистить. Красиво. Не агрите целую комнату с краю по над стенкой. Никто ничего не агрит, я смотрю.
Толкас, а тебя кикнуть, ты будешь себя подряд, блять, ролить. Все, почистим, пляж, пошли. Че у тебя? РДДшный тринку троллишь? Че у тебя? Еще один ролл не поспех, хотя кикаю. Мне вообще пришло. Да, курим трибута. Лех, мне в ДЦ, я так понимаю. Сейчас посмотрим после трибута еще. Ну ладно. Тогда я пошла покурю. Это удалёнка, блядь, долго. Я сразу в Долоран полетел. Даня. Дань, полетели. Так, ци. Я с вами. Погодите, вы хоть Лока здесь оставьте хотя бы одного, блядь. В смысле одного? А я что здесь одна делать буду? Не, ну... Не будь вредить. Я, конечно... Я тебе куплю. А что там в Долоране? Ничего. Ничего интересного, абсолютно. Ну-ка, говорите. Вообще ничего. А, понял, понял. Здесь уже, очередь. Сейчас посмотрим. Ребят, ну чё вы? Ну, блин, это же надо будет, блин, камни, чарки. Давайте Накс быстро пронесём. Самое прикольное, знаешь что? Самое прикольное, смотрите, половина... Половина надписи Last Legion, Last Legion, Last Legion. Вы что здесь стоите? Идите в инст. Должен был здесь увидеть ГГВП, Eternal. Вендора поставим, неужели? Да не, ГГВП, Eternal там никому не нужен. Ты понимаешь, что тут сразу понятно, что вот они топы, они знают где, чё, когда, всё. А чё тут такая толпа? Вы все там, наверху, в Долоране? Лёх, знаешь, что я предлагаю? Давай Люмикса к нам в гипере маним. Он будет за всех дамажить. Кого? Люмикса переманим к нам. Не-не-не. Он ЧСВшный, нахер он не нужен. Ребят, знатоки... Вроде нормально. Наверху... Нам Андрюхи хватает. Где камушки покупать? Там? Нет. Нет, Лёль, всё, в инсте. Да я-то в инсте, вы мне скажите, я потом схожу. Да, да. Я в инсте. А, сфера будут. Чего? Сейчас сфера будут. А, да, сфера будут еще. Аня, захвати, пожалуйста, бутылек этого ледяного змея. У меня есть с собой, я тебе дам. Особо доступ к ГБ вы что, гоните, что ли? Офицер. Ну, лишний раз ставить ГБ. А вдруг надо будет? Я не офицер. 15 человек с ГБ минимум. Да, блин. Сфера сейчас, да, выкатит. 300 ОД будет сфера. Это вообще нисколько. Это вообще там амжатская. Сейчас там цена на них будет 500 голды максимум. На чем? Сейчас упадет, я тебе сделаю крафт. На сфере? Да. Да их наличие столько не будет, сколько будет желающих купить по 300, по 500. А чё, я ничего не вижу. Где нахуй? Да еще никого не поставили. Ну, там трибут. Сейчас будет трибут, обнова и... Все ждут. Две минуты, подождите. Терпение, только терпение. Две минуты. Лёх, тебе Дэгги писал? Да. Тебе писал он? Когда? Ну вот. Вот, да. Минут пару назад.
Я здесь. Он мне как написал то, что он офнится, и все. Я как ДД просто буду. Потому что в любой момент могу выйти. Дэйдж, да и тебе если надо идти, иди, чё ты? Да он ушел уже. Да нет, я с вами здесь. Мне просто... Я теперь в следующий этап по звонку мне, когда позвонят, мне надо. Я тебя понял. Дэйдж, а ты нафармил, чё там? Титан тебе надо было? Чё вот стали сделать? Дэйдж, нафармил, теперь мне нужно найти, кто мне это скрафтит. Чего тебе скрафтит? Я тебе этот, титан переделываю, без проблем. Сделали. Да, ему реально надо, я там у своих спросил там. Пока молчат. Да вон чел спамит этот GE из ГГВП за косарь типа скрафт. Косарь? Дайте ему косарь голды ГБ. У меня уже есть косарь голды, я уже с аукциона заработал. Так ты видел, там уже кристалл 100 стоит с лишним. Я деки даже 5 дам. Голды, голды. Я, короче, немного это... Надо было еще 10 голды получать. Кто-то еще поднял цену на кристалл. Ну, нормально, что? Ну, я продал стак по сотке. Нормально. Ну, все, ребят. Че, можно сразу в лаунчер заходить? Можно, да, можно сразу в лаунчер обновлять. Там, что там сейчас? Интересный выкос. Да мне не интересно сет. Сет я себе и так соберу. Мне интересно, что там на сетовый выкосит. Полный алкаш, наверное. Нет, там 226-й нонсет выглядит, я только не знаю, какие. Ну, если брать тенденцию X3 сюда, то это, скорее всего, будут плечи нонсетовые. И, скорее всего, брудак какой-нибудь нонсетовый будет 226-й. Что-то обновы нет. Докинули, обновы нет. Ну, значит, она уже есть, типа, стоит. Чего? И еще обнова была. 11 тысяч ОД хватит, нет, там, по шопе? Да. Мне не хватит, у меня 4К. У меня 8К, мне должно хватить. Мы так ждем, кого-то у нас там новый патч выходит просто. Главное, чтобы триньки добавили, да эти, блядь. Триньк не будет, скорее всего. Да должны, по идее. Нет, триньки только 245-й потом добавят и все. Но эти идолы, манускрипты, это должно... Ну, 213 там что-то какие-то там добавят, там именно вот по манускриптам, по идолам, вот по такой херне 213 добавят. 226, по-моему, даже добавят еще. Ну. Тотемы, херемы, вот это все говно. Потому что все такое говно просто, которое сейчас, это просто жесть. А там добавят не лучше. А я что-то на X3, кстати, не помню, какие были. 226, нет? Да, 226. Там шея 226 будет, тотем манускрипт, символ что-то какой-то там еще, там что-то, в общем, ну такая хрень. Классная. Слышишь, а не знаешь, Алгалона в десятке убили уже, нет? Алгалона в десятке, да. Да? А кто убил? Халеру десятка убила и Зиппи. Это что, гильдии такие? А? Это такие гильдии? Нет, это десятки, которые не относятся к гильдиям как таковым. Это, в общем, сборная солянка. Такая, как и у меня. А видео есть? Это Этерналы и пару человек с пипегов. Видео? Я не знаю, надо у Зиппи спросить, должна быть. Ну, у Халеры тоже точно есть, у Зиппи не знаю. Так, Леха, ты мне обещался гибрид Ферала найти? Да, я тебе скину. Я отошла минутки на 3. Ну там по-любому сильные челики были, да? Ну конечно. Ну, у Халеры пати 218+. И 218 это там у них вар один. И остальные все 222. 223, 224.
подкидывать деньги, получается? Нет, почему? Просто, блин, ну, 25, они, это основа 25-ки Этернелов. Ну, это понятно. Там практически все, там, наверное, с основы 25-ки. Не знаю, там пару... Я говорю, то, что вот пару человек, там, я не знаю, откуда у них там. Заходит вроде. Вроде нет еще. Нихера не заходит. Ну, зашло, я уже гружусь. Слышь? Да он пиздит. Серьезно? Ага, у меня тоже зашло. А какая топ-ги сейчас по прогрессу? Этерналы, да? ГГВП и Этерналы. Mm-hmm. Они обе на орде, да? Так, да. Я зашел. А, нифига, тут тотемы добавили. 700... А! Точно такие же шмотки, как на X3. Да? Да, там даже печенек нет. Ну, это новый вендор тут стоит. Может, еще есть какой-то? А где он? Вот справа. А, вот справа. Это что за мусор? Ты что там есть? Кинь в этот. Ну, 226-е. Это мусор. Ребят, заходим, да? Ну, кстати, у меня идол-то получше теперь стал. Ну, шею брать смысла нету, да?